В общем лесу стояла избушка, и жила в той избушке медведица со своим медвежонком Топтышкой. День-деньской спала медведица на печи. Что еще медведям зимой делать? А Топтышке не спалось. Стал он к медведице приставать. «Пусти меня в лес!» А медведица ему и говорит. «Нечего, мол, тебе там делать, где это видно, чтобы медведи зимой по лесу шатались. Спи!» «Ну, коли так, — решил Топтышка, — сам пойду посмотрю. Что там на белом свете делается?» Вышел, смотрит. Свет ты вправду белей белого. Вот оно, что в окошке-то светилось. Как бы его достать? Встречался ему зверь, ни на кого не похожий. «Ты кто такой?» «Я, — говорит, — зайчик чернохвостик, а ты кто?» «А я медведь Топтышка». «Ну, когда так, давай дружить». Это не беда. Зайчишка что-нибудь новое придумает. Вернулся Топтышка прямо к медведице. «Я, — говорит, — с зайцем подружился. Уж у него во! И хвостиком все вот так делает». Медведица рассердилась. «Где это видано, чтобы медведи с зайцами дружили?»
Не смей больше в лес ходить, зайцем дружбу водить. Ну, а зайчишка как? Ах ты, батюшки, ему досталось. Где это видно, чтоб зайцы с медведями дружили? Не смей больше в лес ходить, с медведем дружбу водить. Заскучал топтышка пуще прежнего. Все ждет. Может, приятель покажется. А приятель-то, вон он, сам топтышку дожидается, а от дома отойти боится, зайчиха не велит. Пришла весна, медведица проснулась. И повела сына в лес. И попал топтышка на то самое место, где они когда-то с зайчонком играли. Дай, думает, поищу его. Вышел на крутой берег и видит. По речке-то чей-то домик плывет. Живут они с тех пор все вместе. Так-то оно лучше.